проповедовал Слово Господне. Ну тут не написано ему, а кому. Обратно пошли в Иерусалим. Ну и проповедовали. Тут можно предположить, что уже дальнейшие события, они не несли такого важного момента. То есть они, евангелист высветил, что был такой момент, Симон так поступил. Вот так вот, так вот, так вот. То есть это нам высвечено. Он покаялся, почему толкователь, что он не покаялся? Так уверенно говорит. Ну, значит, это, значит, он знает, что было дальше с Симоном, отошел от церкви. Он не покаялся, да? Да. Значит, покаяние было не искренним, не истинным. Ну, можно я еще скажу? Во-первых, вы что, зачем вы рассматриваете интонацию? Это самый легкий путь. Интонацию, да так никто в жизни не разговаривает. Люди, они несколько лиц имеют. Он будет нормально с тобой разговаривать, при этом он будет над тобой смеяться внутри. Почему должен он как шут гороховый менять интонацию? А вот вы там... Он вообще интонацию не менял. Ты слова его смотри, как он говорит. Он говорит как безбожник. Помолитесь вы за меня, чтобы меня не постигло то, что вы про меня сказали. Да кто так кается-то? Ну вот Симон и покаялся. Это нет, это брат. Покаяние. Так не кается. Помолитесь вы за меня. Раскаяние в другом, а я все осознал, кто такой Дух Святой, все понял. Он ничего этого не говорит. Но если о нем дальше не оповещается в Евангелии... Православные все такая, и сектанты, вы в этом уворяют, что... А почему бы не напрямую Господу мы на прошлом занятии? Почему посредник-то? И он вот этих посредников выбрал, и из этого мы думаем, что и покаяние было его неискренно. А я вот сомневаюсь, что у него неискреннее было сомневание. А докажите мне, что он неискренне покаялся. Да, Вячеслав. А, звук включи, не слышим тебя. Нет, не слышно. Пока Вячеслав что-то делает, может быть, кто-то другой еще может. Ну, я думаю, что дальше надо это опустить это, потому что, ну, евангелист опустил этот момент, значит, нам надо дальше идти. Что там было с Симоном? Остался в церкви он или отпал? Ну, то, чего нет в Библии, о том мы не рассуждаем. А толкование, да. Я так рассудил, я просто за толкование уцепился, потому что я часто встречал толкования, которые, ну, противоречат. Вот. Ну, ты Златоуста читай, это не раскаяние. В общем, вот эти слова, это слова не раскаявшегося человека. Может быть. Ну, испугался, чтобы ничего из этого не... Нет, и, брат, ты здесь не прав, мне кажется, потому что даже эти слова можно сказать с духом покаянным. Но если говорится все с духом покаянным, то плоды уже будут, покаянные плоды, то есть какая-то там, ну, я не знаю, какая-то реакция от апостолов должна была быть на покаянные его слова. Если это опускается, то я думаю, что покаяния не было, тем более и толкователь говорит, что покаяния не было. Ну, поэтому вот, если бы это было покаяние, то... Мы не можем бы... как Сергей сказать, а я вот не верю толкователю. Мы поэтому и толкование читаем, что сказал толкователь, есть, значит, надо принимать это. Ну, если вот так вот надвое взять, порассуждать, то эти слова можно действительно сказать без покаяния, а можно и с покаянным сердцем. То есть можно и так, и так. Но если бы они были сказаны с покаянным сердцем, с покаянием, то я думаю, допускаю, что дальше было бы что-то возвещено об этом Симоне. Дальше бы его какая-то история жизни. А когда он опускается из виду, то думаю, что покаяния не было. Тем более евангелист говорит. Какой он дальше принимал участие в жизни церкви? Как это выражаться? Где это об этом говорится? Нигде же не говорится. Нет. Ну вот, тут сообщение от Юлии поступило. Дальнейшая судьба Симона известна из других источников. Главным образом через Иринея и Ипполита, пользовавшихся недошедшую до нас синтагмой святого Иустина, земляка Симона. И ссылка. Ну и что там? Ну что там? Ну я... Ну понятно, там надо читать и узнавать. Читать, ну да, кроме Евангелия есть другие источники. Я думаю, надо дальше и читать, идти дальше, опустить Симона. Видите, что, да.
Нет, нет, все нормально, но... И вопросы могут быть ни в чем. Да. Давайте дальше. Брат. Брат читает Лужков. А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж эфиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Пойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа зайти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие: «Как овца веден он был на заклание, и как анец пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо в земле царь земли жизнь его». Толкование. Мне кажется, что этот Филипп был из числа семи, потому что иначе из Иерусалима он не шел бы на полдень, но на север, а из Самарии, где находился и учил Филипп, принадлежавший к числу семи. Путь идет на полдень. Это ангел сказал для того, чтобы Филипп не боялся нападения от иудеев. Не спросил и не сказал Филипп, для чего. Женщины властвовали в этой Эфиопии. Одна из них по праву наследства была Кандакия. У нее евнух был казнохранителем. Заметь, что не было праздника. И, однако, он ехал в Иерусалим. И что ехал из города, преданного суеверию, и что на пути читал, и притом Исаию, величайшего из пророков. К тому же читал, не понимая того, что читал, и так усердно был занят учением. Чтением, да, простите. Удивительным образом спрашивает, потому что не льстит и не хвалит, и опять не упрекает в невежестве, но спрашивает так, чтобы возбудить больше желания и показывая, что в читаемом находит великое сокровище. Потом просит научить его. Очень понятен смысл приведенных сейчас слов, потому что в известное время овцы отводятся для стрижки, и пастухи возлагают на них орудия стрижки, и, однако, не терпят это и не делают нападения на тех, кто это делает. Так и Христос, терпя поношение, не платил поношением за поношение, указывает на противозаконный суд над ним, произведенный тогда, как была скрыта истина. То есть, обнаружившееся после воскресения и высокое его достоинство, доказательством которым служит то, что было им сделано в деле домостроительства. Кто будет в состоянии выразить словами, когда придет на мысль, кто это и какой такой, да еще Сын Божий Единородный, претерпел все это? Толкование Игната Тихоновича Лапкина. А не толкование, комментарий. Ой, комментарий, простите. Комментарий, когда слова вчитает, и ему да. Находится великое сокровище. Не понял, читать? Читай. Когда сегодня беседуешь с евреями, истинными иудеями, ищущими спасения, они пространно объясняют любое место, говорящее о богоизбранности этого народа. Но задача христианина при беседе с ним попытаться убедить их, что их предки совершили роковую ошибку, не признав в Иисусе обещанного Бога Мессию. Самым сильным местом против иудейского заблуждения является 53 глава пророка Исаии, то место, которое читал евнух. До этого места они пространно объясняют, что чего хотел от них Иегова. Но спросите их, как евнух, о ком говорит пророк? Кто же этот, о котором говорит пророк Исаия?
тоже этот изъявленный, взявший на себя немощи народа, которого его соотечественники ставили ни во что? Кто же он? Был ли кто-то в Израиле похожий на этот образ? И кто? Даже ученые раввины против головы говорят, потупив головы, говорят, не будем об этом говорить. Когда это слышишь от живого еврея в их синагоге, то хочется плакать. Почему же они не заметили, что в читаемом находится великое сокровище? И это роковая ошибка в толковании священного писания через тысячи лет приведет их в третий храм, к подножию Антихриста. Для нас, православных, дано великое сокровище, Слово Божие. И к нему дано толкование святых отцов. Эти сосуды Духа Святого истолковывали каждый стих Нового Завета. Мы можем на каждое место священного писания ныне сказать, что в читаемом находится великое сокровище. Насколько мы, православные, бедны и нищи будем, если нас не приведут к Слову Божию, Святому Евангелию, не познакомят с распятым за наши грехи Иисусом Христом. В каждой строке о жертве Христа, о Его любви, во всем этом находится великое сокровище. Итак, православные, не выпускайте из рук Библию и это толкование блаженного Феофилакта, ибо в этом находится великое сокровище. Комментарий закончен. Вопросы, комментарии на комментарии. Добавить-то особо нечего. Да, тут все понятно. Вот дальше будет там его крещение. Добавлю. Можно. Но я хотел бы обратить внимание здесь. Основной вопрос, в чем дело. Господь помогает, Дух Святой помогает человеку, жаждущему нести Слово Его. И до такой степени помогает, что, ну вот, допустим, мы идем благовествовать. Какой у нас процент, как говорится, попадания? Сколько людей после нашей проповеди, после нашего благовестия будут верующими? Причем такими, что ревностными, православными, настоящими. Мы не знаем. А вот Филипп, он жаждет проповедовать. И Господь делает 100% попадание. Он его сразу ведет к тому человеку, который ему верует. И у него все для этого было. И более того, он так содействие такое сделал, что и там и Слово Божье было, в котором он был уже силен. Место Писания подходящее, которое не разумел тот человек, который ехал, хотя он многое уже знал. То есть все Господь сделает, только должно быть у тебя желание. Есть такой путешественник Конюхов, и он собирается в очередное кругосветное путешествие, только уже не на лодке, он, кстати, 5 лет как священник, уже не на лодках, как он раньше плавал, а на воздушном шаре. И он говорит, я, говорит, сейчас веду там воскресную школу, там своих ученикам говорю, что вы никогда не станете путешественниками там, и так далее, желание у вас будет там или что. Вы должны быть романтиками всегда в душе. Так вот, вообще-то надо говорить о проповеди, мы будем говорить о проповеди. Вот. Филипп, он был романтик-проповедник в душе. Он очень хотел проповедовать. До такой степени, что Господь и ангела здесь задействовал даже. И все стечение обстоятельств. И иностранца взял. Уж сложнее некуда обратить человека. А получилось наоборот все. И поэтому это нам не просто совет, а нам назидание, нам пример. Как нужно жаждать проповедовать, благовествовать. И тогда Господь открывает любое поприще. А я можно добавить? Да. Я думаю, что здесь все-таки жажда была больше Евы. Филипп, если был Филипп один из апостолов, он уже получил те знания, ту благодать. Вот, он был Господь вел его в церковь. Я думаю, что здесь больше все-таки сыграла жажда этого евнуха. Он читал и не понимал, что читает. Вот дальше мы будем читать, и там будет более раскрыто, как этот Филипп беседует с этим евнухом.
Просто наше дело вот в этом случае, вот проповедников или апостолов, наше личное дело участия должно быть такое, что мы должны быть готовы в любое время засвидетельствовать, в любое время, в любой обстановке засвидетельствовать. То есть мы должны иметь эти знания, выстраивать так речь, чтобы наше объяснение легло на сердце, так вот интонацию подбирать, чтобы наше объяснение, проповедь, легла на сердце вот слушающего. Ну все у меня, вот Игорь хочет сказать. Я хочу добавить, что он был из числа диаконов, и так как Стефан, перводиакон, он пострадал уже и засвидетельствовал перед евреями, и, ну, так как они уже рассеяны, у них желание было, вот у тех, кто оставался, также послужить для Господа, потому что они уже себя определяли не просто как миряне, а помощники апостолам. И им вот это именно жаждалось. И это не их было дело проповедовать. Вот в чем дело. А то, что мы должны там везде, ну, должны, да, как говорится, мешает что-то. Апостолы были конкретно для этого посвящены, мы читаем. Зачем нам пищи со стола, когда мы должны Слово Божие нести? А как раз диаконы были для того выбраны, чтобы освободить апостолов в руки их. Но пошло все не так, как они не ожидали. Вдруг Стефан так заговорил, Дух Святой открыл такое действие, что решили, о, диаконы, это ж нечто важное, давайте поднимем их выше на щит, чтобы все видели. Ну и вот это подъем и был, этот, вот тогда. А дальше мы видим сейчас, что с диаконами стало. Вот Андрей Кураев, кстати, он один из представителей диаконов. Показывает, что да, проповедовать можно, но только единственное, и то иногда такое проповедует, что охота с ним сесть и поговорить по-настоящему. По-мужски. Да. Дмитрий Смирнов, мы на занятиях ролик его смотрели. Священник. Здесь вот конкретно написано, Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к всей колеснице. А ему вопрос задают, вот если на улице пристают к вам с проповедью, вот это хамы, то есть он хамством это называет. Деяния Духа Святого, ну, еще по-другому это книга называет. А священник Дмитрий Смирнов говорит, это хамство, а зачем мне куда-то идти, мне тут хорошо, кому надо, те сами придут. Такого вообще не было. Вот. Такого не было, да, учения никогда такого. И я часто это слышал, вот вы ходите как сектанты. Кому надо, те сами придут. Зачем навязывать, зачем приставать? У вас Дух, значит, Святой вам не подсказал, что надо идти и приставать, поэтому сидите, ну, и молчите. Хороший именно приставать. Хорошо поднял вопрос. Ну, еще вот этот момент, вот, я как бы хотел заострить и дальше поднять, но вот Сергей поднял, что именно нужно так жаждать проповедовать, что тебя ничто не смущает. Вот я почему про иностранца и сказал. Его могло бы это смутить, но вот не смутило. Он пошел дальше и как бы победил Дух Святой. Подсказал, направил, наставил. И человек обратился, крестился даже. Ну, крестился мы дальше будем читать. Давайте читать тогда. Давайте. Кто читает? Кто читает? Читай, Тихонович. 34:40 прочитаете? Игнат Тихонович, слышите меня? Зачем? Отлично. Ну, вот. 34-40 стих, читайте. Да у меня перед глазами Библии нет. Нету? Ну тогда я прочитаю. Да. Хорошо. Евнух же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий.
и приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Толкование. Знать, что пророки иногда говорят и о других, или о себе самих в другом лице, потому что это показывает вопрос его, это свойство человека очень наблюдательного. Посмотри, как благоразумно он поступает. Сначала читает и не понимает, потом читает то же пророчество, в нем содержится учение о страдании, воскресении Иисуса Христа и о даровании благодати Святого Духа. Затем просит крестить. Филипп изъясняет ему по порядку, начав с этого пророчества. А открывшись готовностью, он постепенно приводится к крещению. Но он не сказал «крести меня», но «что препятствует?» Этим вопросом он показал сильное желание принять крещение. Филиппа берет дух, тем самым придавая случившемуся больше чудесности, а вместе с тем доставляя радости ему, что он удостаивается того же, чего и пророки, как, например, Аввакум. Его берет дух, а не ангел, как прежде. Это потому, что ангел являлся тогда людям более плотяным, а дух более духовным. Хорошо, что он был взят от евнуха, потому что евнух стал бы просить Филиппа, чтобы он отправился с ним, и Филипп опечалил бы его, если бы по требованию обстоятельств отказался. Так все устроялось божественным образом. Дух поставил Филиппа в Азоте. Здесь он и должен был затем проповедовать. Жирным выделено и подчеркнуто. И вот на это слово «проповедовать» блаженного Феофилакта Игнатий Тихонович опять дает комментарий. Итак, комментарий Игнатия Лапкина. Священное Писание – это живой голос живого Бога. Людям ничего не нужно придумывать, улучшать то, что Бог заповедал. Непослушание Богу, Божьим словам, верующая душа держит на первом месте. Враг Божий, дьявол, старается опорочить ревностное исполнение Священного Писания и часто делает это под благовидными предлогами, чтобы люди слушали своих руководителей, наставников, учителей, поступающих не по Писанию. Диакон Филипп хорошо слышал голос Божий и очень хорошо знал, что он послан проповедовать. Найдите среди диаконов православной церкви за тысячелетний период хотя бы одного, кто выполнял ту же миссию, что и первоапостольский диакон Филипп. Неужели трудно сделать это сравнение с сегодняшним диаконом и вынести однозначный вердикт? Мы совершенно не похожи на того диакона Филиппа. Мы делаем совершенно не то, что тогдашний диакон Филипп. Мы не слышим голоса Божия, посылающего на проповедь, как этот диакон. Этот один диакон Филипп в деле проповеди сделал больше, чем все диаконы в России за 1000 лет. Почему диаконы не проповедуют в церкви? Кто закрыл их уста для благовестия миру? Слово «диакон» означает служитель, помощник пресвитера, епископа, и он должен помогать им в деле проповеди в первую очередь. Такого диакона Филиппа на пустынную дорогу для проповеди послал Христос. Кто не допускает сегодня диаконов подражать тому Филиппу? Христос, но Евреям 13:8. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Аминь. Но я когда читал этот комментарий, все-таки книга написана была в 2000 году, и тогда, может быть, Кураев не так был известен. Но тут один Кураев, диакон все-таки на всю Россию, мы его знаем. И
сегодня за то, что он слова правды глаголит, судят его, тоже судят. Православная церковь его на суд. Как там дела обстоят? Есть известие из интернета о Кураеве? Игнатий Тихонович, не слышали ничего? Да, есть известие. Воюет? Воюет? Ну вот в понедельник должны были его там на предсудное совещание там вызывать что-то. Но пока известий нету. Мне сообщат сразу. Ну, помоги Бог, чтобы все до конца прошло. Да. Наконец-то увидим хоть суд их. Посмотрим, что да, вот. Ну и здесь вот на что хочется обратить внимание, что Игнатий Тихонович говорит, что дьявол старается опорочить ревностное исполнение Священного Писания. И вот я еще этот ролик не видел, сайт этот, обличитель Лапкина. Там тебя пытаются опорочить-то уже. Съемка, вот здесь мы сидим, беседуем, и ты говоришь, о чем, брат, напомни? Крушение самолета. О крушении самолета. И что ты, вот сейчас православная церковь всех отпевает. Но они так высветили, что ты-то имел в виду, что откуда вам знать, в раю ли они или в аду. Конечно. Потому что написано, не судите прежде времени никак. То есть это ты хотел сказать. А церковь уже все, раз они разбились, то они уже попадают в разряд невинно убиенных, как говорится. Вот. И их нужно со святыми обязательно пристроить, упокоить на это и... И вот тебя я вот... Не совсем? Я об этом говорил, я не совсем это хотел высветить. Я хотел высветить, вспоминая, как наших императоров покушение не удалось на Александра II. О, все, о здравии поют. Раз, наконец, его на какой-то раз 12-й убили. Все, панихида за упокой. Ну а почему не высвечивали-то все это? Ну почему эти покушения, откуда... Если бы церковь все это разобрала по-настоящему, этого бы не было дальше уже. Остановили бы это мракобесие. А этот террор, он оттуда, с тех времен, перешел постепенно от русских революционеров, от французских к русским, от русских дальше, русские распространили. И вот арабы его взяли себе теперь во все оружие, теперь пользуются. Никто не смог остановить. А нужно было проповедью церкви останавливать. А то тому не верят, всех осаяли. Ну попробуйте сами тогда. А мы только отпевать. А мы только или в Царство Небесное, или в ад. Да. Он мне нравится, Игнатий Тихонович. Он... Высказывания у него такие, что надо. И он, если послушать, так подумаешь, ничего себе, он что, за убийство, что ли? А так, на самом деле, если Библию знает человек, ну и правда, возмездие-то должен кто-то делать. Ну почему бы не руками вот и... сейчас России, потом руками Чингисхана там было возмездие, там и другими, и так далее. Он, Гитлер был возмездием мощным. Почему вы про этот самолет в церкви не каете? Если не покаетесь, все так же... Аминь! Погибли. Вот это другой разговор. Почему бы вот это место не привести, чтобы люди... Про башню села. ...сдрогнули. А то так в любой момент, значит, я... И еду с любовью на курорт, разбился самолет, и все, я со святыми уже, у меня церковь отпоет, и все, как великомученик. Здорово живешь, тоже не годится так. Куда этот самолет летел, кто там, почему так Господь его уничтожил. Все, так, все святые, все на небе. Так еще вот почему все эти вот устраивают, они сейчас говорят, у вас женщины, говорят, как одеваются, посмотрите. То есть они же высвечивают все это. Арабы, они, ну, мусульмане, они показывают. Ваши женщины, они все неверные. Мы наказываем вас за это. Вас Бог, Аллах наказывает. Чего тут непонятного? А теперь этот Шарм-эль-Шейх, этот курорт. Да посмотрите, что там творится. Там в повалку все лежат голые. И как Господь должен к этому относиться? Но это самые ревностные. Они тоже своеобразные, вот эти мусульмане, террористы, ваххабиты эти там. Они тоже своеобразный меч Божий. Теперь только в нашу сторону. На это тоже надо смотреть. Я бы хотел...
сделаю. Я бы хотел дополнение сделать. Да, сделаем. Но это вот место, одно из многих мест, которое говорит о том, что повествует о том, что вот именно крещение, когда Дух Святой в крещение сходит, что вот именно при рукоположении, что вот сохраняется, чтобы получить вот истинное крещение, это только надо, чтобы священство было, имело сохранившее рукоположение с этих времен, с апостольских времен. У меня были такие моменты, когда я беседовал с протестантами, сектантами, и вот это место приводил. Они говорили, ну а где вот доказательство того, что вот именно должно быть рукоположение, вот как вот они вот, ну там, что вот делается в церкви, все это, то есть. Открываешь это место деяния и начинаешь им приводить, что вот смотрите, когда Дух Святой сошел, тут четко и ясно все написано. Филипп крестил. Кто Филипп? Кто такой Филипп? Это первоапостольская церковь. И те, кто сохранили рукоположение, они имеют право на крещение, то есть крестить, участвовать в таинстве. Чтобы вот именно крещение совершилось по Писанию. Вот это вот место об этом и как раз повествует нам. Это вот место из Деяния, с 34 по 40 стих. А я вот сейчас вспомнил, это место приводили... Как оно было? Да. Написано, это исключение, Бог сам. Это исключение, да. Это... Можно? Все-таки это сложное место, Дух Святой снишел, хотя если мирянин или диакон, разницы нету, крестит, миропомазание этого не может делать, он просто может крестить его. А тут Господь так явил свою милость, что Дух Святой снишел. Ну, то есть, как бы, да, рукоположение есть, но как бы это такой знак внимания, что ли, от Господа, чтобы заострили. Но больше дальше мы этого не читаем, чтобы диакон крестил и Дух Святой снисходил. Дальше остается все так же благодать освящающая. То есть, руками епископов и священников Дух Святой нисходит. Ну а коли уж об этом месте говорится, мы вот каждый год на прощенное воскресенье ходили в Покровский собор. И там у нас многие годы были баталии с местными священниками и семинаристами. И они, вот это место, о том, что вот что препятствует мне креститься, мы-то говорили, что должна быть катехизация. Человека нужно готовить от 3 до 5 лет. А вот евнуха никто не готовил. Они вот это место приводят. Зачем катехизация? Приходи, деньги в кассу, лоб помочили, и вперед, все. И если трамвай на тебя наедет в этот день, ты в раю. Здорово живешь. Ну, давай, тут, смотри. Ну как, евнух-то в храм посещал каждый год, он был, знал закон тоже. Он только откровение получил о Христе. Он был готов к крещению. Это совсем другой вопрос. То есть он был катехизированный уже. То есть не попали они опять, получается. Правда? Можно мне еще? Можно сказать? Ну, во всяком деле, надо рассуждать. Те времена, потом сегодняшние времена, это все надо рассуждать. Вот. Как крестилось, как те времена были, как люди слышали. Первоапостольская церковь, как проходило все это благовестие. Вот. Христос, ну, мы читаем, недавно был распят, о нем слухи шли, люди интересовались, стремились. Даже вот рассудить, если о времени, то время и сегодняшнее время, оно совершенно разное. Тогда соблазна было меньше, а сейчас больше. Сейчас народ какой? Жаждущий Слова Божия. Надо это говорить, что... А они также народ, который вот крестится сегодня, он же также читает пророка Исаию, также жаждет крещения, также интересуется, что Бог... Взял, повелел этому Филиппу пойти на дорогу и устроить беседу, покрестить его. Жаждет народ или не жаждет? Насколько он готов? Тут рассуждать надо, чтобы вот именно не просто, а уметь ответить им, сказать. Ну что, я не понял, почему? Можно? Я что-то понять не могу. Причем если рассуждать, жаждет народ, не жаждет, нам кто... Во время и не во время проповедую. Ну, жаждет он, не жаждет. Нет, разговор о крещении. Ты, чтоб жаждал, об этом я речь-то вел, про этого Филиппа. Речь идет о крещении. О крещении. То, что вот эта битва рассказывает, битва была с семинаристами.
народ не жаждет, а крестится... Нет, народ не жаждет, да, поэтому его надо проверять, насколько он жаждет. Катехизация сразу выявляет, кого крестить, всех подряд крестить или избранных, кто жаждет этого. А кто будет это выяснять-то? Ну, вот для этого, на подготовку нету. Вот для этого катехизация существует. Но вот они говорят, ссылаются на Филиппа. Но тут надо говорить, так Филипп-то, народ-то по-разному был готов. Филипп-то же этот, Евнух-то жаждал, он читал, жаждал так, что Бог повелел Филиппу совершить это таинство. Это просто какой-то неправильный семинарист Сергею попался. Мне никто никаких мест писания не приводил. Мне только говорили, давайте этому здоровому седобородому морду набьем, говорит, да и все. Все, вот это у них просто было. Семинарист вот такой... Очень они забавные ребята, задорные. Да, у них груша там висит. Они знают, кого колотить, правильно. Они выбрали, что не прав. Не знают, что ответить. Давайте по мордосам. Как брусаки. Об этом Гоголь показывает. Вида. Ну, очень много где. Читайте Гоголя. Продолжим? Давайте продолжим. Может, кто еще дополнение хочет сказать? Игнатий Тихонович, у вас нету слова? Есть. Есть, конечно. Мы выслушаем вас с радостью. Почему вы не поднимаете? Это, можно сказать, в Деяниях апостолов уникальный случай с Филиппом. По всем вопросам. Вопрос, почему Господь посылает его на какую-то пустынную дорогу? Один человек, да еще и едет в пути. Да. Вопрос? Конечно. Нет, просто кто-то пришел к Игнатию Тихоновичу. Володя. Угу. Все, Володя, заноси кошек с чердака. И там плитка включенная. Для Никиты обед готовим. Так. И вот представь себе, на пустынную дорогу, а какой отсюда вывод? Ты дальше пристань. Значит, вывод можно сделать такой. Такие, которые едут в дороге и считают, может, больше никого и не было. Иоанн Златоуст акцентирует на это внимание. Едет по дороге. Дорога-то была, это не поезд по рельсам-то. Там прыгает, колеса-то какие были? Не резиновые, там железные. И однако на дороге считал-то, как у него все прыгало-то, и не понимал, и однако считал. Вот образец-то какой. Ну и пойди сегодня так, найди. И к нему он послал, он диакон только был, и послушался, а что сказать? То вот, а теперь, если бы он считал не это, а считал газету, правда, коммунистическую какую-нибудь, комсомольскую правду, пристал бы он или нет? Тут надо брать выше намного, чем диакон. Что бы человек ни считал, или совсем не считал, а ты пристань к нему. Пристань – это главное слово здесь. А что считает – это уникальный случай. И поэтому на него ссылаются, показать, что... Вот найдите такого человека. Это исключительно редко. Ты сядешь в поезд, чтобы напротив сидел человек и считал. Когда ты к нему обратишься, ты увидишь, что, может быть, он из нашей общины сидит, считает. Или какой-нибудь сектант. Неправославный. И вот ты что бы ни видел, ты обязательно начинай разговаривать, подведи к Священному Писанию. Два предложения, третье уже должно быть описание. Вот они разговаривают о чем-то, а вы понимаете, что события сейчас развиваются как? Саудовская Аравия объявила джихад России. К ней присоединились там другие сейчас государства, джихад. То есть на каждом месте, сколько можно через все щели проникать в Россию, и везде взрывы, тысячи взрывов, чтобы было. Джихад – это уничтожение. Вот заговорили люди, и сразу скажу, а вы понимаете, что это все из Священного Писания идет? А откуда известно? Вот я утром ролик-то выставил, ночью закачал сегодня, разговариваю с Кальмаевым, посмотрите. Утром поставил уже 850 посещений. В тему. А вот здесь ты должен начинать разговаривать с того, что видишь. Слышишь, разговор рядом, и ты минуту помолился, посидел, и сразу вступай. А вы понимаете, что это за событие?
Или считает человек газету. А вы понимаете, что за этим говорится? Вот написано, чтобы у нас в стране, в Советском Союзе, была общая диспансеризация. То есть все, чтобы дней 20 полежали. А какой вывод? Ну, как заботиться о здоровье? Да нет, конечно. Это говорит о том, что весь народ больной. Вот надо много детских яселек. Вы понимаете, что это? Ну, заботиться о воспитании. Да не то. Это означает, один муж одного ребенка женой прокормить не может. А Менделеев был 17-м ребенком и работал один. И кормил 17 детей. И дальше-то рассуди ему. Вот, в круге первом Солженицына это все как раз описано. Научитесь из ничего прекрасной пищи приготовить. Вот это то, что мы видим. Это Измайло. Что значит слово «пристань»? Дальше он спрашивает, а что препятствует мне креститься? Сегодня нужно спросить, а кто препятствует? В первую очередь, священники. Понимаете, дальше так как мы развиваем. То есть мы должны проникнуть в самую суть вопроса, называется экстраполяция события, перенос из того времени на сегодняшний день. В мыслях даже не было. Он бы сказал, ну и сейчас почерпну тут, ну маленько, ладошкой-то, и тебе по голове хлопну, ты крещеный. Нет, оба сошли в воду. Вот тебе и католицизм весь уже мимо прошел ты. И православие, Украина католичная, ну там это, можно подумать, как они, униаты и прочее это. И здесь они оттуда наплыли, все изгадили. Крещения-то нет. Кто препятствует креститься-то? Они препятствуют. Они вот эта мокрая ладошка задеть голову считают за крещением. Если его сейчас настоящее преподавать крещение, а вы перекрещиваете, да и не было крещения, это обман, жулики в рясах. Мы должны дойти до последнего, до упора, до точки. Кто препятствует креститься? Патриарх Алексей об этом говорил. Будем принимать церковное крещение, кто не будет полное погружение. На этом закончилось. Это отмазка была. Да у него такая власть сейчас подряд запрещал бы их, и все кончилось в один день. Один. А почему? Потому что дьявол породнился с нечистым духом. Это он все искажает, выворачивает слова, падши мне поклонись. Вот и поклонились теперь. А начинают теперь чаще причащайся, чаще исповедуйся. Я все думал, молился Господу, ну почему они так извращают Слово Божие? Где это написано, чтобы чаще причащаться-то? И когда смотришь на этих людей, то они как бесноватые. Они одержимые. Вот отсюда вывод. Он рукоположит до 30 лет, а правило гласит 6-й Вселенский собор, 14-15-й, извергнуть из сана. И может никакого причастия-то и нету. А человек на себя это напускает. Допускает без эпитемии. Это смерть. Златоуст говорит, если он не накладывает эпитемию, священник гибнет он и кого причащает. Они не верят в это. Они разбойники. И поэтому не благословение, а проклятие, может, получает. Доведите до конца разговор. Я не утверждаю ничего пока. Задумайтесь немножко. Почему народ, который только причащается, и священники долбят это, ему надо власть иметь. Причащаться без священника нельзя. Почему они не долбят на исповеди? Если ты Библию не считал, Христос, Евангелие от Иоанна 5:39, говорит, исследуйте Писание. Ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, не через причастие. Не через благословение, через Писание. А они, Писание, свидетельствуют о мне, не о царе, которого русские люди ждут. Нет, не об ИНН, а о мне. Все Писание Богу вдохновенно. Ни на одной исповеди этого нету. Что непонятно, что мы враги. Иоанн Златоуст говорит, вот у меня это во втором томе, кажется, концовка там есть такая, что если бы кто-то, нас не знающий, знал бы Писание, и пришел бы, и увидел, как мы живем, то он больших врагов не нашел бы. Как будто мы решились идти против Бога. Иоанн Златоуст, 4 век. Сравнить, что в Евангелии, сравнить, а написано «вникай в себя и в учение». Это все мы смотрим на Пилиппа. Вот теперь мы видим, в воду не сходят. Препятствия есть, а вера это... Какая вера-то у него? Он все время считал. Он эфиоплянин. А дальше он поехал. Кто его причащать будет? Вы дальше-то доведите. Он уезжает в другую страну. Тут вопрос на вопрос. А вы просто проходите мимо. Почему Фепылак это не развивает? Я не знаю. Видимо, другая была обстановка. Это трагическая страница. Трагическая. Полная ужаса.
Она закрыта, ее не смотрят, заклеили клеем, и в нее нельзя проникнуть. Возьми пятидесятники, харизматы разные. И они сейчас все пляшут, Дух Святой сошел. Вопрос, почему через Филиппа не сошел Дух Святой? И когда узнали, что самаряне крестились, то Петр и Иоанн ни СМС не слали, ни по скайпу не выходили. Ну, раскрестил свой человек, да, Дух Святой, а они сразу же пошли. То есть они знают, все апостолы в Иерусалиме, там никого нету, ни с каких-то там пятидесятников. Диакон даже через него Дух Святой не мог сойти. Вот роковые стихи для всех пятидесятников, для всех баптистов. Я и говорю, это стихи, а история с евнухом-то, она одна единственная. И она впитывает все слои населения. И теперь они идут, двое, в такую даль. Самолета не было еще изобретено. Зачем они пошли туда? Они знают, крещение было, а Духа Святого не было. И они, придя, спрашивают сразу о Духе Святом. И возложили руки на них. Да большего доказательства не надо, что сектанты отсутствуют в этом. Нигде. А у нас власть передавалась от апостола к епископам, священникам. Вот сегодня вышел на меня один из Украины. Ну, это не униаты, это может быть, как униаты называют. Они греческий обряд соблюдают, а папу поминают. Поговорили с ним, ему книги надо там и проще это. Ну, и ролик я выставлю, говорили. Я говорю, он говорит, меня православное это долго, дескать, ты в аду будешь с папой со своим-то. Ты не спасешься. Ну, а я когда стал говорить, я говорю, это не так. Папа законно рукоположенный. А идут от Петра, у нас от Андрея, а они родные братья. Но почему папа бритый, объясни, зачем? Посмотрите, Сикстинская Мадонна. Понимаете, картина Рафаэля. Где? В Риме, в Ватикане, картина. И посмотрите на папу, Сикстинская Мадонна. Папа Сикст с бородой. С бородой. Откуда они взяли? Сикстинская Мадонна, глядите, и все. Всемирно известное произведение великого художника. Теперь посмотрите на иконы. Они бритыми-то апостола Павла-то не изображают нигде. Петра не изображают. Так почему, если ты его на месте, почему не подражаешь-то? Это первое. Второе. Они кропят кропилом. У них даже мокрая ладошка не задевает. Разве я могу с этим согласиться? Я его признаю законный. Но это беззаконие. Дальше. Причастие должно быть что? Тело и кровь. Возьмите, пейте и ешьте. А он дает таблетку. Обладка называется. Белая. Как будто бы аспириновая какая-то. Таблетка самая настоящая. Что там? Пурген какой? Что она там? А будто бы он подает и обмакнет ее вино и подает. Я видел, как это делается у них. Я признаю их благодатность. Но дальше я не могу пойти. Я не могу признать его крещение. Вот хотя бы три момента. Причащение, крещение неправильное и внешний вид их не соответствует христианскому. Ну ты там находишься. Находись там. Находись. Но ты там работай с ними-то. И ты посмотришь, какие они. Они тебя, может быть, сожгут. Они, им не привыкать, как и православным. И вот этот момент с евнухом, он переполнен трагизмом. И больше ничего не надо. Вот бери и спрашивай, почему Дух Святой не сошел? Все кончилось. Рождения свыше нету. А у него заранее катехизация была. Он считал, он знал и был рядом совсем. Не знал только, о ком это речь идет. И именно эту главу, какую надо, считал. Да мы можем сейчас выйти на дорогу, только сел в трамвай, в автобус, человек считает, потихоньку глянул что-нибудь, а вы знаете, что считаете? А вот рядом идет, ну, поезд остановился там где-то, ты на улице идешь с кем-то, ну, в очереди стоишь, ну, любой товар, ну, есть, бери и начинай проповедовать. Название магазина какое-то. Я подошел, Ториадор. Все, тема открыта. Я подошел, склонился, что такое Ториадор-то? Ну, начинаем. Когда бьется, бывает там матадор, который... И последний, который пику втыкает, вот где, перерезать эти нервные окончания между позвонками. Он точно знает, где. Я говорю, вот у вас такой низкий комок, она там, комки называется, маленькие киоски-то. И люди наклоняются, и вы этими ценами добиваете человека. А я говорю, почему так назвали? Не знаю, это хозяин. Прошла неделя, я иду мимо, они название уже другое. Там Юля или Маня, что-то такое. Или, ну, маленько-то смотрите.
У нас было написано везде такая организация ЩАРС. Ну, недолго думая, в печати раз появилось, а что? Наоборот, считайте, что будет? ЩАРС. Что за команда? И все сразу убрали. Ты научись мыслить категориями жизни самой, приводя все к Священному Писанию. Вот так. Его назвали как-то, едешь дорогой, а его назвали, ну, кто-то обратился к нему и сказал, Виталий, ты так, а ты потихоньку спроси, а вы знаете, что означает Виталий? И сразу ты должен знать жития святых. Наташа. Хорошо, ты сразу подойди, скажи, а вам интересно будет узнать, что означает Наташа? А дальше житие святой Андрианы и Натальи. Начни говорить. Мусульмане очень любят слушать. А ты узнаешь, что в их интерпретации или там, как имя звучит. Ну, у нас Авраам, у них Ибрагим. Это одно и то же имя, так оно у них. У нас Иисус, у них Иса. И ты скажи, есть такое? Есть. И дальше начинай сразу говорить. Два предложения вводные, третье уже пошел в атаку. Вот что могу сказать. Я тут хотел к Игорю обратиться. Игорь, почему у тебя какие-то цифры, там, 64-й год, МРЭ, ГИФ, у всех вот Сергей Пупков, Ольга Симоненко, Вячеслав, вот, Елена Ефимова, Челябинская область, это вообще уже даже с адресом. Молодец. Здесь тоже написано КНИ Анатолий, КНИ. КНИ, это на коленях Анатолий означает, стоит, в переводе на русский. Это тоже молитвенные слова. У одного Игоря непонятно что. А там, между прочим, тебе задуматься и вставить имя. Так это надо менять уже все там. Вы научитесь вы быстренько вычленять главное в этом отрывке, который прочитали. Чего нету даже у святых отцов. И тогда вопрос, а почему они это не заметили? На этот вопрос трудно ответить. Была другая обстановка или они этого не знали? Не надо бояться этого сказать. А сейчас начинает правило такое-то. Я сегодня и вчера вам говорил. Выброшено полностью из книги правил, на Маханон был 270 правил, которые вообще нету. И плюс 413 нарушается каждый день. Да какие это православные-то? Вот они за нами гоняются, сейчас вот занятия наши такие, а кто там Пупков, а это больной раком, а этот такой-то бесноватый там Дыбунов, это сейчас уже клеймят по всем дорогам и тропам. Но даже это тоже реклама. Любая антиреклама – реклама. Пускай считают. Пускай. Почему? Вопрос, а почему они за вами гоняются? Потому что мы несем свет Христов. А когда свет кого-то высвечивает, тот человек – самый главный враг. Вот человек замок ломает в магазине, и вдруг машина разворачивалась, осветила. Теперь все увидели. Главный враг – вот этот, кто осветил. Вот я попутно, пока то мне не дадите больше слова, то я скажу, вот сейчас вводят дополнительные силы стратегического назначения бомбардировщики, Путин дал указание. И они взлетают с двух аэродромов, самый современный «Белый лебедь», на высоте 18 километров, никто их сбить не может. Несут 8 ракет. И только успевают заправляться и возвращаются. Один там на зрань, кажется, северная, это, Алания называется. Вот, в России. С двух аэродромов непрерывно летят сейчас тяжелые бомбардировщики, утюжат. Надо молиться об этом. Чтобы Господь сохранил русских летчиков. Усилить молитву за Путина, потому что на него будет покушение много сейчас. Понимаете, от чего? От того, что написано. Написано. Молиться надо за врагов. А как молиться за врагов, ты знаешь? Найди мне молитву за врагов, покажи, как. Если ты не знаешь, я тебя научу. На небо пойдем. Вот на небе шел крестный ход, и мальчика вихрь или кто-то поднял, и он скрылся. Ну, говорят так, это в житиях святых написано. И когда он спустился живой, сразу вопрос, а что ты там слышал? Он говорит, святые Божии. Да, потом святые крепкие. Так, святые бессмертные. Ангелы пели, святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные. Видимо, заседание прошло, какой-нибудь маленький синочек там. Но мы можем как ангелы? Нет, нельзя. Давайте добавим, помилуй нас. И вот в церковный теперь богослужебник это вошло. Мальчик видел он, слышал нет, но ему доверились. Я хочу сказать только то, что в Библии написано. В Библии, Апокалипсис, 6 глава, 9 стих. И видел я под жертвенником душу убиенных за свидетельство и за Слово Божие. Они там. И они вопияли,
Владыка, святые истины, доколе не мстишь за кровь нашу? Спрашивается, если они на земле были угодны Богу, и теперь они на небе, им было сказано успокоиться на малое время. На какое время? Пока раздолбают этих исламское государство. ИГИЛ, нет, конечно. А что, доколе ваши сотрудники дополнят число, пока полностью добьют верующих, наполнится чаша кровью, и тогда за них Бог примется. И они молят, доколе не мстишь? Включите себе молитву. Господи, доколе ты не мстишь этим? Почему? Потому что они убивали везде, видно, как на берегу моря стоят христиане, ассирийцы, они от апостольских времен идут, и они режут и режут. Эта кровь пришла на них. Правильно, неправильно, я не сужу. Но они делают адское дело, эти, которые режут. Человека-убийцы. Режут христиан. И мы должны молиться. Да коли не мстишь? А для чего? Чтобы через страдания они пришли к покаянию. Вот какой смысл. Не для того, чтобы убили их. А уж как Бог будет обращаться, не знаем. Усилить молитву. Да коли, владыка, святые истины не мстишь? И теперь, как меч Божий, пришла Россия на помощь, а не с сирийцами, это всегда была дружба. Это настоящие христиане. Усилить молитву. Мы сейчас ложимся спать, начнем бомбардировщики из двух городов России летят туда. Уже 15 бомбардировщиков подтягивают флотилию, как бы наземная власть. Не... И даже Америка сейчас согласовывать будет. Французский корабль подошел. Шарль де Голь. У него, кажется, там 40, что ли, самолетов. Согласовывают действия. Путин дал указания с французами. Он же подошел, уже в порту стоит. А они по всему миру будут. Это не нашего ума дело. Мы в этом не участвуем, но мы знаем, как молиться. Доколе не мстишь, владыка святой истины. Это не мальчик поднятый в воздух слышал. А Библия говорит, они уже там. И их не упрекнул Господь за молитву. Он сказал, отомщу, смысл-то такой. Но сначала подождать надо немного, чтобы остатки были добиты верующих. Чтобы чаша полностью наполнилась кровью. Смотри, сколько мы узнаем. И всего два стиха там. Из Откровения. А тут события как раз такие, как раз резали. Мы не просто знания головой набиваем, а знаем как. Что напали на вас, вы сказали. Ты тоже, Дымунов-то, хороший. Сказал, а они там кого-то, вы понимаете, у попов изо рта зарплату вытаскиваете. Он на покойниках жирует. А ты-то говоришь, там неизвестно кто был, потом показывает, там танцульки разные. Они других фотографий-то не могли показать-то. Те, которые погибли. Я, например, услышал, когда я сразу стал на молитву, Господи, кто там были малые, которые не знали, были верующие, помилуй их. Об остальных я не могу молиться. А теперь-то, а они-то за всех кадилом машут, это зарплата. Потому написано, грехами народа питается, это трупоедство. Они привыкли с мощами, это им приработок. У меня брат священник, они едут дорогой. Я говорю, ну а боги-то хоть раз рассуждали, а едут на строительство храма. Их архиерей послал. Ну, едут и разговаривают. Ну, о чем разговариваете? А из разных церквей. Это у вас какой там доход-то? Так-то. А главный доход что? Народ-то умирает, как, смотри. 15 человек умерли, это прибыток какой. Ну, Бог даст, на следующий месяц не меньше будет. Это же, понимаете, это как коршуньё на падаль. А ты коснулся этого. Это самое опасное. Поэтому в ответ ничего не надо говорить, только склони голову перед Богом и помолись о них. Вот где главное-то, не ИГИЛ, а вот здесь, свои. Не зря Михаил Васильевич Ломоносов говорил, вот крестит ребенка в ледяной воде. А для чего? Чтобы сразу, говорит, покрестить его, а он простыл и умер, чтобы сразу и за крещение взять, и за отпевание. Зачем Ломоносов это говорил? Что он глупый был? Они такие остались. Корысть и трусость. Это главные язвы страны и трижды больная церковь этим. Трусость и корысть, они всего боятся. И он нападает на тебя из-за чего? Он не такой. И то, что вы говорите, ведете занятия, он понимает, он никто. И у него только-то шакали его, и шакалы окружают нас. Ничего, нет, будем молиться. Какой мир с шакалами, с гиенами? Саряхов говорит, какой? Никакого нет мира. И... Не надо искать с ними какого-то мира. Надо просто молиться, довериться Богу. А вот тут бомбардировку-то должен патриарх пустить тяжелую артиллерию. Крестить полное погружение. Правила Вселенского собора 6-14 включаются. До 30 лет всех запретить в служение. И тогда будет видно, что это. Я однажды прочитал одно известие. Хрущев, когда закрывал храмы, объявил, что последнего попа покажут по телевизору.
10 тысяч храмов закрыто. 10 тысяч! И изъяли все антиминцы. А когда началось другое, антиминцы вернули. И теперь вопрос. Если коммунисты были бы просто пришли, а мы знаем, кто они, это слуги дьявола. И для них главный идол был, главные мощи лежат в Кремле. Что они тут теперь в эти антиминцы заложить могли? Вопрос, я это просчитал, это не мое. И на чем они служат дальше-то? Дальше продли этот разговор-то. Почему эти люди, которые часто исповедуются, прещаются, почему они бесноваты? Потому что исповеди нет, эпитемии нету. Аборт сделала женщина, второе правило Василия Великого, на 10 лет отлучается. Так если отлучать буду, никого в храме не будет. Я когда разговаривал, он говорит, если оглашенный, так я тогда оглашенный поп. Я говорю, вот это самое правильное. Так тогда мне уйти. Я говорю, теперь купи замок, запри и выйди. Во дворе начинаем работать. Через 3 месяца первого человека запусти. Церковь обновилась бы. Они сделали доходный ларек. Филипп-то этого ничего не знал. Он уехал и теперь на месте будет думать. Маленькое место писания, куда мы заехали. Все у меня. У меня, Игнатий Тихонович, вопрос к вам. Вот как совместить молитву «Доколе не мстишь» и «Прости им, ибо не ведают, что творят»? Ничего не совместимо. Очень даже просто. Господи, доколе не мстишь за кровь святых твоих, которых убивали в Сирии, вот эти из исламского государства. Мы это видели, прямо показывает. Маленький ребенок стоит лет 10 ему и режет ножом, они учат. С 5-летнего возраста они делают палачей. Доколе не мстишь. А далее, прости им. Я могу просить за себя, а не за другого. Меня когда, что делать? А как я за другого просить могу-то? Это не имеет никакого... У соседа убийца через дом зарезал, а я буду говорить, прости убийцу. Нет, у меня сына зарезали. Меня искалечили. Я могу просить. А это общее за кровь. Доколе не мстишь за кровь святых твоих. Эту молитву озвучиваем мы из Священного Писания и с неба переносим на землю. Если тому мальчишке было понятно, святые Божии, святые крепкие, это и добавили помилуй нас, потому что мы не ангелы, ангелы не просят прости. А мы к этому добавляем, мы в это входим. Мы просим, Господи, обрати их, тех, которые убивали людей. Добавим слова к этому. Доколе не мстишь, через эти казни, через это выжигает там, называют Змей Горыныч, там снаряды, которые летят, Змей Горыныч, все выжигает там. Гектаров 3, может, с одного выстрела. Мы молимся, чтобы их Бог обратил. На меня сегодня один мусульманин напал, он меня там костерит, почем свет. Ты со своей Библией здесь, старый хрыщ тут, что ты делаешь? Это за мусульман, чтобы я был. Я говорю, я за мусульман. Я же попутно говорю, что у них есть хорошего, как они заботятся о женщинах. Посмотри, почему наших сестер признают они за своих? Как они их берегут? А теперь семикратная, пятикратная молитва намаз. Это недостижимая вершина для православных. А далее, ты посмотри, как они воспитывают детей в послушании. Ты вот это доброе, это что у них есть-то? Маленько как-то прими к себе. А чего они такие мужественные? Почему так успешно войны ведут? Да потому что он ничего больше не знает. Ему пообещали рай. А мы знаем, нам оружие не надо. У нас оружие воинственное другого против духов злобы поднебесной, как написано к Ефесянам. Вот теперь я тебе совместил 2 молитвы. Отошел. Спаси Христос. Аллилуйя. Что, продолжим тогда? Давайте продолжим. 9 глава. 1-2 стихи. Угу. Лена, читайте. Саул же еще дышал угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы... кого найдет, последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Дальше читать? Нет, хватит. Дальше я толкование прочту. Толкование. Объясняет Лука неистовство Павла против верных и против церкви.
показывает, что он увлекался нечистой ревностью, потому что на нем исполнилось сказанное Христом. Евангелие от Иоанна 16:2. И изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Потому что он делал это не так, как другие иудеи. Что он делал это по ревности, это очевидно из того, что он отправился и во внешние грады. А они не обращали внимания и на находящихся в Иерусалиме. Они об одном только и заботились, то есть о том, чтобы пользоваться честью. Павел идет в Дамаск, потому что это был великий и царствующий город, и он боялся, чтобы этот город не увлекся христианской проповедью. Опять эти слова выделены и подчеркнуты. На них будет комментарий. Продолжаем толкование. Блаженный Тифилак. Не идет он с просьбой к претору, но к архиерею, потому что он имел намерение делать все законно. Что такое того пути? Может быть, так называли себя веровавшие, так как одна только их вера была такой, посредством которой мы возносимся на небо. Или же Павел называл их последователями того пути. Может быть, из чувства презрения и в насмешку над ними. Потому что бесчестного человека они обыкновенно называли сбившимся с пути. Он не искал власти тут же наказывать христиан, но вести их в Иерусалим, потому что он хотел действовать с большей властью. Вот здесь сказано про пути, последователями того пути. А здесь я не вижу про пути ничего. О чем толкователь говорит нам? Может быть, неправильная разбивка толкования и Евангелия. Никто не обратил внимания, то есть? Нет. Или же Павел называл их последователями того пути. Что такое того пути? Вот, блаженный Николай, Он считал-то христиан, да, вот, сбившимся с пути, если он искал их. Толкователь толкует Евангелие, Деяния. А в Деяниях про пути ничего не сказано. Вот я сейчас прочитал. Где про смысл, как, смысл-то какой? Почему он просил письма, для, чтобы хватать христиан? Потому что он считал, что они идут не тем путем. Смысл хватать христиан? В чем заключается? В его личном мнении? Это так резко переходит. Не идет он с просьбой к претору, но к архиерею, потому что он имел намерение делать все законно. Дальше. Что такое того пути? Обычно-то, если бы было бы в Евангелии, там, они шли не тем путем бы. Написано, тогда понятно. А в Евангелии про путь ничего не сказано. И так как-то вот непонятно мне. Но смысл. Да, Вячеслав, давай. А, звука нет у тебя. А, про учение последующих всему учению. Пишешь, да? А, последующих всему учению. А, понял. Кого найдет последующих всему учению? Понятно. Последующих учения названо путем. Все, теперь, да, спаси Христос. Теперь до меня дошло. Итак, комментарий Игнатия Лапкина на слова о том, что блаженный Филак говорит, чтобы Павел боялся, чтобы город не увлекся христианской проповедью. И где говорится о проповеди, Игнатий Тихонович всегда опять выделяет, подчеркивает и все время бьет в одну и ту же точку. Итак,
Слушаем комментарий. Гонитель Савл прекрасно понимал, отчего в различных местах так внезапно появляются всходы новых христианских общин. Двоеточие. Проповедь во всем виноваты проповедники. Мы их уже били и запрещали говорить о распятом. Окаянные рыбаки, неграмотные и невежественные. Двух слов не могут сказать на базаре, продавая свою рыбу. Как им вообще люди могут поверить? Зря доверили силу и заняли выжидательную позицию. Это опасное галилейское учение разлагает нацию, делает людей безвольными и безразличными к свободе Родины. Эту назарейскую ересь как заразу необходимо всюду выжигать и карать беспощадно, и особенно проповедующих. Вот так думал Савва. Вероятно. Дальше Игнатий Тихонович продолжает. Так думают все гонители, как описывается в житиях святых. Но Слово Божие бессмертно, его не убить. Если говорят, что рукописи не горят, то это говорится о свитках, на которых Дух Святой начертал Евангелие. Если красота спасет мир, то эта красота есть Христос распятый и воскресший, одежда которого обогрена его пречистой кровью. У него миллионы добровольцев, которые несут бессмертное слово, которое нельзя ни убить, ни спрятать в тюрьму. 2 Тимофею 2:9. Для Слова Божия нет уз. Я беседую с вами, говорит Иоанн Златоуст, однажды или иногда дважды в неделю, а ты постоянно в своем доме имеешь учеников, жену, детей, слуг, и вечером, и за трапезою, и во весь день можешь исправлять их. Великое дело, говорит Вселенский Отец, сделаться учителями Вселенной. Но немало значит, когда везде услышат, в этом городе никто не клянется. Если это будет, то вы получите награду не только за свои подвиги, но и за попечение о братьях. Вы сделаетесь тем же для Вселенной, чем я для вас. Еще раз вспоминается нам об апостоличности мирян, против чего, кстати, лютуют священники. То есть сами не проповедуют, ни другим воспрещают. Хотя мы читаем Евангелие, и рассеявшиеся ходили и проповедовали слово. А кто были рассеявшиеся? Апостолы ли? Нет, не апостолы. Ученики. Ученики апостолов. Обыкновенные верующие. Златоуст оставил наследие, свои слова, где он побуждает своих мирян идти на проповедь. Говорит, один я ничего не успею. И он уже как награду, если в городе никто не клянется, то вы получите награду не только за свои подвиги, но и за попечение братьев. Видно, о клятве он много говорил проповедей. И хотел бы, чтобы в городе, где он жил, никто не клялся. И это была бы великая награда. Чтобы этот грех как-то искоренить хотя бы один. Кто-то что-то добавить может хочет. У меня вопрос такой возник. Хорошо. Почему? Что двигало Савлом? Почему он дышал злобою? Ведь он был ученый, он был наученный, учился у ног Гамалиила, научен в законе еврейском он был. Почему злоба душила его, заставила его? Что именно было причиной? Сейчас вопрос такой. Колесников, я думаю, даст тебе ответ. Где-то у него записано. Сейчас он ищет и ответит тебе. Вопрос еще раз повторяю. Почему
Савл дышал злобой, ведь он был учителем. Нет, научным он был, ну, ученым, в законе он был научным. Он был не глупым человеком. Однако же злоба возникла у него на христиан, на это новое христианское учение, течение, вот, на христиан. Почему? На каком основании? Христианское учение — это же мирное учение. Она не воинственная, ничего не призывала. Если пока вот сейчас Никита ищет, я свое предположение как бы скажу. Здесь нам блаженный Феофилак как бы приводит его мысли. И в его мыслях, в мыслях Савла Павла, такие слова. Эти простые рыбаки, да кто их будет слушать? Это наводит на мысль, что это все-таки из зависти. Мы ужин сели. Я Володю ждал, без него не ел. Он говорит, вы тут рассуждаете от того, о том, что Савл много Малиила воспитывался, а почему, откуда злоба такая? Правильно? Да, вопрос. Почему она возникла? Вот я сразу подумал сказать, а чего у патриархийных к нам такая ненависть, когда учатся они в семинарии, в академии? Вот отображение, почему? Да. Вроде вот бы. Весь ответ. Это точно так же. Они сейчас нападают на нашего митрополита Сергия Иванникова. Он мне говорит, у меня впечатление такое, будто бы они вас убить хотят. Лютая, дикая, просто нечеловеческая ненависть, как дьяволы. А для нас это благо. Благодарю тебя, Господи. Они не понимают, клеймят там, а ничего не делают. Ни имя, ни фамилии нету, никого. Как, ну, демоны и демоны. Что на меня нападать-то? 38 книг. 38. Вчера так и Игорь говорил, они уже долбят там о самолете, не так сказал, до кого. 38 книг и 4000 роликов у меня. Да меня можно, говорится, с закрытыми глазами брать и жевать. За любое слово хватайся. Да еще форум один, 1500 тем. Тем. И каждая тема раскрыта во всей полноте. Чего ж меня не брать-то? И при том я выставляю ролики все, не вырезаю, не купирую ничего. И еще сколько бесед разных. Все, вот причина какая. Они учатся только для нового семинария, для одного. Оправдать любое безумие, беззаконие. Больше ничего нам не нужна семинария. Евангелие одно. Смотри, куда расползлось все. И все это выкручивают, подыскиваются. Они не знают, что сделать. Великая беда, страна разваливается. Какая беда, они гоняются за мной. Это же безумие полное. Ты от этого шихада еще не отплюешься за 10 лет. А сегодня как раз и нужно идти туда, дополнить чашу эту, чтобы быстрее была расплата. То есть умереть за Христа. Никто не подвигнется. Один Даниил Сысоев нашелся. А сейчас о нем конференции собирает. Вот человек, который не боялся, говорил вещи, называл своими именами. Один на всю Россию за 70 лет отошел. Я хотел продолжить мысль. То есть получается, что люди, не знающие Христа, но пребывающие в духовной власти, они с ними такие вещи происходят. Не знающие Христа, не встретившие его. Потому что если дальше читать по событиям, что как Христос открылся Савлу, и что Савл стал уже Павлом, апостолом. А сейчас-то он кто? Фарисей из фарисеев. Поэтому и патриархивный, и Тагонят, и Игнат Тихоныча. Потому что они не знают Христа. Они не знают его. Не встретились. Духовного рождения нету. Поэтому им Библия, вот обличение, оно ждет их. Отсюда и ненависть возникает. Не отвергли своего «я». То есть истина не стала на первом месте. Потому что когда истина становится на первом месте, во главу угла, слова Христа, все сразу меняется, все. Появляется смысл в Писании, появляется смысл в богослужении, появляется смысл в правильном крещении, появляется смысл в проповеди. Все появляется смысл. А когда нету Христа, а для чего тогда это нужно? Теряется что? Теряется доход. Зачем людям это все слышать? Люди станут умнее, они начнут нас обличать. Это вот, если подойти с позиции священников. То есть, все очень просто. Люди не познали Христа, а встали у руля духовной власти. Вот такое дополнение у меня. То есть, если бы они не были у руля верховной власти и не знали Христа, то гонений бы такой бы, злобы не было бы.
можно не так сказать, что злоба – это естественное состояние у людей, которые находятся у духовной власти, но они не знают Христа, они не встретились с Ним, не встретились. То есть они духовно не родились. Ну понятно, но есть же много людей, которые не знают Христа, которые, однако, не гонят христиан, не выплескивают свой яд. Нет у них такой злобы. А Христа не знают. А ты попробуй его обличи. Значит, дело в обличении, да? Тут понимаешь, что Сергей, не будет пахнуть. То есть, кто хочет, как Господь сказал, кто хочет идти за мной, отвергни своего я. А когда не отверглась свое я, свое я на первом месте, тогда обличение жгет. Хорошо. Тогда еще такой вопрос. Написано, обличи мудрого, и он возлюбит тебя, и не обличай кощунника, чтобы он, значит, иначе живешь. То есть среди знающих Христа, но все равно же люди есть, встречаются мудрые, которые с благодарностью принимают сказанные в их адрес замечания. Не все же не знающие Христа, безбожники, так вот рьяно и злобно относятся к обличениям. Может быть, я к чему веду? Может быть, дело не в обличении, вопрос задан правильный. Почему вот учились, все, почему так произошло? Мой ответ на этот вопрос – зависть. Зависть. Не просто там обличение, потому что Пилату это было открыто. Кто распял Христа? Первосвященники, которые читали книги, книжники, фарисеи. Они были научены закону Божию. Они все эти прекрасные слова. А вот позавидовали. И написано, завистью дьявола смерть вошла в мир. Дьявол позавидовал Богу. И я думаю, вот эти вот гонители и хулители, они просто завидуют Игнатию Тихоновичу. Можно, да? Завидуют. Даже диакон Кураев говорил, Игнатий Тихонович, я вам завидую, то, что вы не заложник этой системы. И когда его начали гнать, и эта система его вытолкнет, у него эта зависть, как бы, он избавится от этой зависти. И даже Игнатий Тихонович его поздравлял. Наконец-то, вот, сейчас этот суд пройдет, и тебя изгонят, и тогда ты можешь говорить смело. То есть у него зависть порождает еще и трусость. Ну, в корысти его, может быть, сложно, но он признавался в том, что он боится до конца все говорить. Боится. Ты свободен. Да, Ольга. Да. Я еще хотел добавить. Ну, зависть, это... Можно, да? Да, можно. Ну, зависть, это одно из звеньев той цепи. Зависть, злоба. Это все не отверстие своего я. Вот ты говорил про мудрость. Обличай мудрого. А мудрость, это что такое? Ну, да, Христос, Божья мудрость. Да, это Божье дыхание. Мудрость, сходящая свыше. Нет. Да, да. То есть мудрый тот, кто. Подожди, брат, я же говорил, что среди безбожников, не знающих Христа, есть люди, которые с благодарностью, я еще раз повторяю, с благодарностью относятся к замечаниям, сказанным в их адрес. Я встречал таких людей. Ну, может быть, те, кто ищет, хочет исправиться или услышать эту мудрость, получить. Здесь-то, видишь, люди книжные были и знали о Боге. Знали о Боге. Почему они Христа не знали? Вот. Причина, вот Пилат назвал эту причину зависть. Потому что за ними пошли, а за ними уже не ходят толпы эти народа. А за Христом, за рыбаками пошли. Ну, зависть, слава люди. Как первая братоубийственная война какая была? Каин Авеля кто убил? Каин убил Авеля из зависти. Из зависти. Все. Сережа, да? Полтора часа уже прошло, больше не заходите на занятия. Призывай на молитву, наконец. Можно мне задать, пожалуйста? Да, в конце, да, у нас 10 минут такая традиция на вопросы. Можно? Так вы раньше вопросы начинаете-то. Хорошо. 20 минут на второй час будет. И... В следующий раз раньше начнем. Ага. Говорите. Можно на вопрос, да? Да. Да. Я это самое вот хотел спросить, вот как раз вот по принципу по теме, которая сейчас в данный момент шла.
Вот мне, как сказать, я там, ну, общаюсь с одним баптистом, ну, и вот он мне такой, как бы, вопрос задал. Я ему как бы объяснял, ну, что вот оставили отцы церкви, ну, то, что вот не только Писание, но отцы церкви, то есть это, как он, Консилиус Патриус. И он мне сказал, что, говорит, какие, говорит, ну, какие уже Писание утверждено, какие отцы, вот все, говорит, хорошо, а все кровопролития в православии, пытки инакомыслящих, это тоже было утверждено отцами или как? Отцами церкви. И вот он приводит, я у него спросил, а кто именно конкретно, можете указать, кто пытал кого из святых отцов? Ну, и он мне сказал, Иосиф Волоколамский. Волоцкий. Или Волоцкий, да. Что у него там монастырь был, значит, и что в этом монастыре была тюрьма пыток для инакомыслящих. Вот... Он говорит, что, ну, вот это вот святые отцы, они ведь тоже писали. Он не святой, это его придумали. Это Сталин. Сталин в православии был. Это палач. Свой Торквемеда. Ага. И вот что по этому вопросу можно вообще ответить? Ну, еще нет, безумие и все. Он долбил князя. Этого тогда не было еще царя. И надо казнить. Он говорит, так мы же христиане. Нет, ты должен принять меры. И добил его, и все. А, его князь долбил, да? Иосифа. Он князя долбил. Князя. Что, дескать, давай начинай казнить, пытать их надо и все. Это вот Иосиф. А эти-то, которые сейчас ищут себе руководителя, они его... Они Сталина хотят канонизировать, тоже святой отец. Его прям иконы изображают между Дмитрием Донским, Александром Невским посередке стоит. Все, ним вокруг головы, бурка его черкесская. Ну, а в руках, наверное, капитал Маркса. Он не принадлежал, как бы, ну, получается, к православию, да? Он принадлежал, он православный, он канонизированный. Но наше сознание, если мы верующие, то как мы можем его канонизировать-то? На нем сколько крови было. И главное как? Нил Сорский, тот говорил, церковь должна быть бедная, то есть все раздавать и идти и служить. А он говорил, должна быть богатой и богатством привлекать людей, ну, как вот Максим Максимов проповедует. Евангелие должно быть успешным и притягательным за то, что человек разбогатеет. И церковь их примеряет. Обои святые. Как они святые? С чего ради? Нил Сорский Евангелие, а это палач. Еще там нету. И как его можно оправдывать? А о нем речи положительные говорят. Ну, ты для себя знай. Ему я никогда не молился и молиться не буду. И весь сказ. Изменить мы не можем, но свое отношение выскажем. Я знаю, на это, что это, я говорю, но сейчас будет волна идти, которая нападает, я попутно скажу сейчас, нападает из-за чего они? Из-за того, что они православные. Писание никогда не приведут ни одного места. Они не знают его Писания. Такая же злоба, ненависть, зависть переполненная. Я сразу знаю, на меня нападает. Это православные прихожане, которые часто причащаются. Это как бешеные псы. Мне ни одного места Писания не могут привести. Не знаю. Я что-то говорю, никак. Но ударят в одну щеку, подставь вторую. А если еретик, его не написано повесить. Титу 3.10. После первого, второго разумления еретика отвращайся. Ибо таковой развратился, будучи самоосужден. Все. Отвратился, больше ничего, тут самостоятельно живет. А он ересь распространяет. Для этого есть царь, пусть занимается. Он избрал. Это его выбор. Его свобода. У православных с самого начала, как появились, у них сразу эта тяга к гонениям. Мы их гнали. И как только пришли к власти, они сразу решили, а Константин собрал их. Константин, он равноапостольным считается. Он до самой смерти не был крещенным даже. А главное слово-то его было на соборе. Что он там говорил? Но он сказал правильно, говорит, вот садитесь, вот круглый стол там или как, говорит, вот тут и решайте, не надо никого гнать. Язычнический император, он был выше, чем собрались на собор на вселенские учителя. Доказательств никаких нет. Самый почитаемый в России святой Николай Чудотворец. И он арию не мог доказать, и развернулся и как хлобыснул его. Но это настолько было очевидно, что не так, что которые на соборе отцы были, они сразу его сняли с председательского места. Но, а дальше уже тонкий сон монашеский. Божья Матерь явилась и сказала, он правильно сделал, по зубам брязнула его. Ну тут дальше еще угодно можно наворачивать. Где же правильно-то, когда написано вторую щеку подставь. Он доказать не мог и ударил его.
Да, он говорил неправильно, неправильно мыслил о Христе. Ну а дальше это что? Это был тогдашний свидетель Иеговы, так сказать. Ну, до конца все договаривать-то надо. Арий умер как? Пошел в туалет, говорит, в отхожее место, и чрево его расселось, и выпали внутренности его, и они были в гное, то есть в дерьме, гноем называется. Я стал с врачом говорить, скажите, вот, допустим, у человека запор живота, ну и он может так надуваться, чтобы у него чрево лопнуло, и шкура лопнула, и выпало? Нет, говорит, не может. Ну, я понимаю, что его православные там в туалете зарезали. Распороли ему живот, как чеченцы. А где это известно? На каком основании вы так говорите? Да на том. Левый саврянин был еретик. А что он еретик? Он говорил, иконам не надо ходить там лбами стучать. Да поднять надо повыше их. Повыше. Не убрать. В храме пусть будут-то. Православные охотились за ним. Написано, что в алтарь мирской человек не может заходить. 34-е правило Ладикийского собора. А он император. Тогда правила вели, кроме императорского достоинства. Но с ним-то рядом стоит телохранитель, но сказали, внутрь храма, алтаря, заходить только без оружия, а охранник не может. И они это все узнали по канону, и когда он был в алтаре, молился, в руке у него крест был. В это время киллеры бросились на него и в алтаре убили его. Это православное. За православным такой шлейф идет, что нам надо день и ночь молиться. Это я говорю уже из жития святых. Ни один не опровергнет. Ну, эти, которые там шоколята-то кричат, или шкалята, как их назовешь, они еще не знают. Это поповские выродки. Может быть, из поповских семей. Они страшно завистливые, мстительные, бездарные, бесталанные. Все отцовское в них вложилось. А из отцовского дома он должен был какой бы, услышал, сказал, сейчас мне, только вот сейчас начали говорить здесь, и мне сразу скайп прервали. Там с одного общества, казачье общество, просят, чтобы книги у меня достать, все книги. Я говорю, я вам выставлю, вы посмотрите. Кто мои книги имеет, он будет иметь большие неприятности. Эти книги написаны без пригляда в глаза. Некоторые попы их ненавидят, готовы разорвать. А вы-то не кто-то, а начальник и священник. И как к вам будут относиться? Реши, готов? Тогда завтра мне дайте ответ, тогда будем торговаться. Вот как. Я что терплю-то от них? За что? За книги, за книги. Ну, за ролики. Они ко мне-то вообще никто ничего не имеют-то. Я православный, все исповедую, причащаюсь. Вот подковыривается что-то, но это и хорошо. Как тогда, говорит, рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Я вижу места писания какие. Вот так. Все, Сереж. А вы вопрос задали очень хороший. И нам не надо от этого отрекаться. У католиков, да, было там, а здесь сколько сжигали. Вот я, вы себе черкните, что я скажу. Был Николай Досталь, он сейчас еще живой, режиссер, и он поставил фильм «Раскол» 20 серий. Его многие смотрели. Старобрядцы там все это консультируют. Но сейчас вышел фильм, называется «Раскол. Точка. Трагедия века». Кавычки закрыты. Не «Раскол» просто, а «Раскол. Точка. Трагедия века». Посмотрите, одна серия. Там выступает Иосипов, Андрей Кураев, кажется, там кого только не было. Посмотрите, там говорится, кто мы такие есть. Сейчас они почему? Указания говорят от патриарха, я не знаю, но я говорю с чужого голоса, как в интернете. Александр Глебович Невзоров, он с ними говорит-то не по-дружески. А Чаплин там сунулся, он Чаплину врезал, там другой он другому, там другой пузатый пузырь такой священник, он и ему. И тогда указание было, где участвует Невзоров, с ними говорить, а он ведет уроки атеизма. И они соскочили и на выход. А совершенно не думают ни что, разве это можно делать во время беседы-то. А сразу в интернете смотрите, черный ряс, это демоны, как боятся, какая благодать у Невзорова-то, как они испугались, как поперли-то из зала. Ну это можно было догадаться-то. Ну дотерпели бы один раз-то. Я был в Москве и говорил, что нужно делать-то. Он враг, он был в семинаре, учился. Отец у него был там генералом или кто уполномоченный. Он в разных войнах участвовал в Приднестровье, в Чечне. Фильм-то, это, «Чистилище-то» он поставил-то. Вы бы, я говорю, собрали сейчас Чаплина, у патриарха, благословитесь, самых лучших священников, там возьмите Максима Козлова там, и пойдите, созвоните сначала с Александром Глебовичем и скажите, давайте встретимся, можно записывать все, и прийти с одним, скажите, выскажите нам все наши мерзости. Это Писание, я говорю. Господь говорит, я выскажу.
Враги нам лучшие друзья, пословица говорит. Мы это запишем, дорогой наш. Прости, что мы против тебя так поступали неразумно. Скажи нам все. Мы это на соборе, на синоде поднимем и посмотрим, что ты правильно сказал, что нет-то. Мы без внимания не оставим. Он говорит о их жадности, о их корыстолюбии, как они лезут в школы преподавать. Я, говорит, не хочу, чтобы попов снова с колокольни с головой спускали-то. Они глупее его в 1000 раз. Я им говорю, вы пойдите к нему. Он умница такой. Да он сколько же вам скажет-то? Он знает церковную жизнь. Семинарист. Он видел, как допрашивал его там кто? Дед, генерал, который из монастыря были. И все предавали друг друга. И как им давали из столовой там что-то дополнительное. Ну, подкармливали своих-то. Он это все видел. Ну, вы подойдите, да спросите его. Ну, пойдем с нами. Давайте сядем, поговорим. Даже мы благодарны тебе будем-то. Никогда не пойдут на это. Они ко мне бы собрали комиссию сегодня епархиальную и сказали, выскажи нам все мерзости-то. Я бы сказал, почему вы раньше времени ставите священники молокососов, 17-летних? Раньше 30 лет, если он... Почему в Америке 35 лет? А если ему 34,9 месяцев, можно избрать депутаты? Никогда. Вот когда Рамзана Кадырова избирать начали, а ему было 27 лет, 28, 26... Давайте сейчас примем, скорее, в республике закон такой, что в регионалах можно 25. Он говорит, нет, я за это время кончу институт, и там видно будет. Путину предлагали, когда он был президентом, добавить 2 года. Он говорит, нет, он прокладку из Медведева сделал, а теперь закон приняли, теперь на 6 лет. Второй раз можно переизбрать. Почему в церкви-то это так не смотрят-то? Посмотрите на Кадырова, на Путина. Почему они не пошли на подделку? То есть они даже по сравнению с неверующими никакие. У вас слышат такое блудодеяние, которое у язычников нету. 1 Коринфян 5 глава. Это блуд ума и развращение слова, как Тютчев пишет. Понимаете? И они ищут ласково потихоньку сказать. О чем сказать? Пророки гремели с вершин гор. А здесь скажет и пятится, нравится, не нравится. Ты ни с кем не сверяйся, сверяйся со Словом Божьим. Говорит полчаса и ни разу не помянет слово «Святая Библия». Помяните «Святая Библия», повтори. Не будь ее, где бы я был. Да будь ты благодарен евреям, что они сохранили Библию. Будь благодарен, что переводчики нашли с такими великими знаниями языка и перевели нам. Я спрашиваю, а вы знаете, Герасим такой был, он, у него лев был, занозу вытащил, он стал ручным. Ну да, это там в монастыре. И этот монастырь, главное, действующий, там один монах, один, сейчас. И они его канонизировали. А Герасим Петрович Павский, лучший переводчик Библии, который мы, Псалтырь, но Евангелие от Матфея, это он переводил-то. Его гнали всю жизнь. Он воспитатель царских детей был. Профессор Санкт-Петербургской духовной академии. Налитографировал, это, перевод сделал Ветхого Завета для лучшего уразумения студентами академии. Даже они не понимали-то. А те взяли... 500 экземпляров сделали. Какой розыск был? Все изъяли и сожгли. А его только император смог спасти от их, от этих лютых волков. Это наша история, совсем недавняя. Это 1876 год. Вот какие дела. Его не канонизировали. А у того один последователь был лев. И когда он умер, он поднялся и ударился. Одного самоубийцу воспитал-то. Его канонизировали. А который для миллионов дал, для миллионов. Библию перевел вместе с Хвольсоном там... Лавягины, сколько их там было, архимандрит Макари, даже слова ласкового не скажут. Мы должны это все видеть и сказать. У нас не то, что неблагополучно, а кричаще неблагополучно. А что делать? Молиться и начинать самому делать. А глядя на тебя, и другой двинется. Подражайте мне, как я Христу, Павел говорит. Все, Сережа. Спаси Христос. Аллилуйя. На сегодня... Помолитесь по мне, братья. Завтра путешествую. Помолимся. Ольга Симоненко просит помолиться. Куда ты, Оль, едешь? Далеко? В Новосибирск. Едем со сватами. Ну, помоги, Господи, тебе. Как родители? Да, слава Богу, сегодня была. Слава Богу, на ногах еще пока. На ногах, слава Богу. Ладно. Что-то вижу у Елены, там, Ефимова, что-то свету не хватает. Где-то свет. Вы как-то сделали, чтобы вам лицо-то освещало? Лампа наверху никак не получается. Так, ладно. А, наверху.
Спасибо. Можно еще вопрос? Ой, можно. Вон маленькому. Ну-ка. Сейчас. Маленький еще. Ну. Так. Вот в книге 2 Коринфянам, Сергей, в книге 2 Коринфянам, в 3 главе, есть такие слова. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа. Отложи на другой день. Сегодня отца распусти народ. Потому что буква убивает, а дух животворит. Вот на примере, как это в жизни, вот как эта буква убивает, а дух животворит. Как это выглядит на деле? Да, Тихонович, ответите коротко, нет? Да ко мне вопрос-то. Да. А я подумал, Сергей. Как на деле, вот буква тут убивает, а дух животворит, да тут. А вот написано, что в Священном Писании было, и понимали это и фарисеи. И пока Дух не оживотворил слова для Савла, он все это понимал в своем плане. И теперь, когда его осияло, теперь он увидел. Он считает слова, букву убивает. Почему? Она его делает как бы бесчувственным, мертвым. А там мы должны посмотреть предыдущие и последующие слова. Люди понимали, а я вот тут увидел столько-то, надо молиться. Ну, а как молиться-то? Дурака, говорит, не научи молиться, он лоб разобьет. В народе-то пословицы есть. Ты должен духовно понимать. Это не только то, чтобы стоять в храме, а мысленно. И слова эти, которые делают это, а я молился, я причащался. А почему злоба-то такая у тебя? Чего ты там причащался, неизвестно. И кто тебя причащал? Дух животворит. И когда эти слова ты понимаешь, ты готовишься, любое дело, оживотворяется тело твое. Особую силу Бог дает слову твоему. Что бы у тебя ни было. А вот по букве, если смотреть, вот у старобрядцев, у них только по букве. Духовного рассуждения никакого нету совсем. Вот упертость такая и все. Ну, написано, ваша сила сидеть спокойно. Действительно написано. И вот они сели, 2000 сидят. 2000 лет. Ну, ты размочали эти слова духовно-то. Там говорится, когда в такой беде. Выходит когда? Духовно пойми на сегодняшний день. Любое слово надо понимать духовно. Понятно. Вот навестили, накормили. А кого кормить, когда у всех все есть? На свалке сколько хлеба выбрасывает? А в духовном плане как? Это не хлеб, не хлебом единым жить человек. Но, с чем но? Я еду в трамвае, реклама колбасы. Колбаса нарезана, написано, не хлебом единым жив человек. Но там запятая, говорит, но всяким словом, исходящих из уст Божиих. Поймите это духовно. И ты увидишь, как тебя сегодня же потянет другим сказать. Какую книгу, посмотрите. Все надо разуметь в духовном высшем плане. Все время поднимай выше. Вот мне это Бог положил. Было. Считаю Андрея Крицкого. Один год, другой год. Гляжу одно и то же. Стал заниматься. На русском языке нашел. Я увидел, что Андрей Крицкий, он дальше не пошел первой ступени. Молитва 3 ступеней. Первая просительная, вторая благодарственная, третья словословие. Почему он на первой? И дальше пошел рассуждать. И вот я встречаюсь с одним из самых грамотных, игумен Кирилл Сахаров, и он как будто не знал этого. Другим сообщает, оказывается, вон как, почему он написал этот канон. Потому что он подписал анафему 6-му Вселенскому собору. Он тебя простить себе не мог. Почему 50-й псалом? Потому что убил мужа и завладел женой. Пришел Нафан, обличил его. У него примерно вот такое состояние было. Надо дойти до этого. Это ты понимаешь, духовно и все переносишь к себе. От каких кровей избавь меня, Господи? А то, что я ненавижу брата, есть человека-убийца. Вокруг нас это кровожадная свора убийц. Они так ненавидят, так поносят. Они в один день могут быть другими. И о них можно только скорбеть. Они духовно ничего не разумеют. У них ни одного места Писания нет, которое оправдывало бы их безумие. И когда начинаешь рассуждать духовно, я говорю, а почему буква убивает? Так они буквально понимали это. Буквально. И высушивали соки народа. Молчание – это золото. И замолкли монахи. 1500 лет молчат. Знать надо, где молчат. Молчать. Да, понятно. Да. А духовно ты и молчащий не будешь молчать. Ты будешь криком кричать. Тебя увидят по глазам. Что ты что-то хочешь сказать, тебя спросят. Так, Сереженька, распускай народ Божий. Молимся. Господи.
на истине права истину, блажит Тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истинения Бога Слова Рожшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Господи, благодарим Тебя, и что всей вечер благодатный позволил нам посидеть у ног Твоих и коснуться к Слову Твоему. Распусти нас с миром. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христос всех. Слава Христу. С Богом. С Богом.